Навіть восток, бордовий город безконечно одинок, що можуть розказати о ньому його мости. Пришельцями над спящим городом застыв. Мне больше нравится ночной Владивосток. Бордовый город бесконечно одинок, что могут рассказать о нем его мосты. Пришельцами над спящим городом застыв. Идея мероприятия возникла на самом деле не случайно, потому что мы с ребятами, которые мы организовывали, команда Blood Evans, мы заметили, что литература в городе приобретает какой-то смысл и даже актуальность. Читали сегодня 23 человека, тем более были приглашены такие люди, как Акатов и солист известной в городе группы Делирика. Подобные вещи проводим впервые. Обогатить себя, познакомиться с новыми людьми, послушать поэзию, послушать, кто на что гораздо. Просто интересный досуг. Можно смеять, можно все что угодно. Формат также никакой не цензурщины. Передаем друг другу микрофон. Я хочу прочитать стихотворение и спеть песню, если мне, конечно, одолжат гитару. Нули, единицы, пиксели и экран. Дверь за спиной. Вышла курица хохлатка. С нею. Желтые цыплятки. Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Не ходите далеко. Зима задержалась в неволе. И мне кажется, неспроста. Да, ты вернешься. Но покинешь мой дом вскоре. Зачем же тогда весна? Свои произведения на литературном вечере. Сама пишу уже на протяжении 7 лет. Пишу достаточно много, никогда нигде до этого не выступала. Это мое первое публичное выступление, и очень рада, что решилась на этот шаг. Ну, данный формат — это не конкурс, здесь нет победителей или проигравших, здесь все равны. Я пишу 7 класса, пишу, потому что когда-то была эмо. Пришла, прочитала, понравилось. А ты расскажи ему все, что тревожит тебя, он не станет сейчас смеяться. Расскажи ему о прелести и неприятности, не стоит бояться. Когда любовь и прощение у нас в каждый дом войдут, тогда я уверена, новые к нам времена придут. Если ты любишь Россию, начни сам себя исправлять. Не ближнего или дальнего, себя во всех бедах ругать.